Алгоритм ведения пациенток в менопаузе, управление сердечно-сосудистыми рисками, взгляд сосудистого хирурга, постменопауза и МГТ – ключевые механизмы старения. Именно этим темам посвятили первое событие в рамках ежегодной декады «Хрустальная осень». Здесь прошла междисциплинарная конференция «Здоровье женщин 40+.» Мы хотим обменяться опытом, поделиться самыми новыми знаниями, как же, собственно говоря, доработать до той поры, как и быть работоспособными. Как взять тот самый лучший европейский опыт и принести его нашим женщинам и мужчинам. Как сохранить женское здоровье после 40 – важный вопрос, ответы на которые искали гинекологи, эндокринологи, кардиологи, специалисты маммологии, андрологии и других направлений медицины. Поделиться своим опытом с приморскими специалистами прибыли врачи и из Москвы. Крайне актуальная тема связана, во-первых, с увеличением продолжительности жизни, с желанием женщин, да, выглядеть молодо, быть здоровыми и энергичными. Да, поэтому вопросу, в общем-то, мнения всегда были неоднозначными, но в последние, так сказать, годы все мировое сообщество и международные профессиональные сообщества, да, утвердили все-таки во мнении о том, что необходимо, да, проводить определенную медицинскую медикаментозную поддержку наших пациенток, да, для их здоровья. Декада «Хрустальная осень» проходит уже 18 лет. В планах проведения встреч не только с врачами-специалистами, но и с обычными жителями Приморья. Как рассказала главный врач Центра «Примавера» Александра Мухотина, эту тему нужно поднимать не только среди женской аудитории, но и мужской. Здоровье женщины зависит от партнера, от семьи. Мы будем обязательно выходить в женские коллективы, мужские, смешанные коллективы, которые готовы услышать врачей и поговорить с ними, ну, как мы говорим, без белых халатов, от первого лица и ответить на все интересующие их вопросы. Союз врачей Приморского края и Центр эндокринного здоровья и репродукции «Примавера» готовы и дальше проводить подобные встречи, помогающие пониманию врачам превентивной, интегральной и антивозрастной медицины на благо здоровья жителей нашего края. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.